Эксперты Роскачества провели масштабное исследование белого хлеба разных российских производителей. Среди лучших, соответствующих всем стандартам качества и продукции Анапского хлебокомбината. Хлеб проверяли на наличие фосфатов, броматов и консервантов, а также пестицидов и картофельной палочки. В качественном мякише всего этого быть не должно. Эксперты побывали и в цеху Анапского хлебокомбината. Исследовали санитарное и техническое состояние производства. Отследили сам процесс выпечки. В результате кстати, хлебный продукт соответствует всем требованиям. Батону Южный официально присвоен российский знак качества.